Всем привет! Сегодня готовим рыбу на саджи. Вот такие ингредиенты нам понадобятся. Рыбу нарезаем вот на такие стейки. Рыбу разделали и солим ароматной адыгейской солью. Разжигаем огонь. Садж нагревается и добавляем растительное масло. Обваливаем рыбу в кукурузной муке. Масло накалилось. Обжариваем стейки рыбы, обваленные в муке, с двух сторон. Вот такая румяная рыбка получается. Вот такое блюдо получилось. На гарнир у меня картофельное пюре. Всем приятного аппетита и пока!